С атлантами северной столицы я давно и крепко дружу, но все предыдущие наши встречи были связаны с моими поездками на ипосферу и в их хозяйство в Ленобласти. Мне показывали Гольфстрима, но не давали его показывать вам, берегли сокровища в тайне, и мне было очень сложно хранить секрет о таком красавце. И вот он на конной России. Сперва с фееричным выступлением в конной палитре. Мы аплодировали, я верещала, это правда, Венсдей. А затем Гольф берет титул чемпиона в ринге Владимирской породы. Ура атлантам! Пора!